Всем привет, всем здравствуйте! Вы с Ириной Якут в Америке. И на моем канале сегодня не подсмотрелки, сегодня то, что есть в наличии. По каким-то случайностям, сейчас расскажу по каким, это у меня остается. И я готова добавить в ваши посылочки, которые вы хотите, чтобы я отправила либо до 14, лучше до 13 июня, буквально неделька у вас осталась, либо потом отправлю уже в июле. Я вернусь из отпуска 1 числа, ну там денечек-другой возьму в отдых и выйду к вам на связь. Вот. А начну вот с этой сумочки. Джиани Конти. Это саквояжик. Он был у нас на... Они закончились на сайте TJ Maxx. 79,99. Я их показывала, и мы их заказывали несколько штучек. И один был, как это сказать, в резерве. И вот девочка его не может выкупить. Просит, чтобы я его кому-то отдала. Я думаю, что кто-то обрадуется, потому что кто-то у меня, девчонки, из вас спрашивал. Но простите, в своих записочках почитала, не нашла, кто спрашивал, поэтому предлагаю всем, а уже кто первый, тот его и заберет. И саквояжик этот итальянский, имеет длинный вот такой вот ремешочек. Крепится этот ремешок вот здесь вот, на задней части вот такие вот колечки у него есть. И я подробно показывала этот саквояжик. Ну вот сейчас еще раз покажу. Вот такой вот он внутри. Пыльничек у него есть, естественно. Замочек на задней стеночке, кармашек. И накладной, сейчас проверю, или один, или два. Один. Вот такой вот большой карман, прям телефон сюда поместится. И он довольно-таки вместительный. Я знаю, что у меня есть девочки, которые такие саквояжики любят. Все, кто получил, все отписались, все очень довольны. Вот, ну еще бы. Они прекрасны, эти саквояжики, для девчонок, которые повзрослее. Я знаю, что молодежь может написать: ой, а что это за бабушкины сумочки? Да, почему нет, мы бабушки, и мы любим такие сумочки. Вот, одна такая сумочка есть. Дальше хочу вам показать вот такую вот тунику. Сейчас я ее, наверное, или примерю, или как. Ming Wang, это бренд. Сейчас я посмотрю у нее состав, вам скажу. Она в размере M. Девочка выкупила, их было всего две, на сайте Dillard's, 68-75. Если мне не изменяет память, мы ее заказывали. Я ее отдам без своего интереса, потому что мне ее нужно сдавать, а так сложно с Dillard's договариваться сдавать, поэтому здесь тот хороший случай, когда кто-то ее может забрать без моего интереса. Цена у нее была... Так, извините, сейчас буду подсматривать. Не помогли очки. Цена на этикетке не написана. Но у меня остался чек от нее, если уж там сильно нужно будет. На Dillard's то ли 120, а по-моему даже $150 она стоила. Вот этот бренд, но его можно будет посмотреть, что он дорогой. Ming Wang. Вот это в размере M, но я вам сейчас на себя ее примерю. Вы посмотрите, что она смотрится на размер L вполне даже хорошо. У нее 100% катун. Вот такая она плотная. Это не то, что вот такие вот футболочки, которые я в Телеграм показываю. Кто хочет вот такие рубашечки простенькие, есть в Телеграм-канале. Кто забыл подписаться, сделайте это, пожалуйста. А мы рассматриваем эту тунику. Вот такие красивые у нее рукавчики. По-моему, они то ли 3 четвертых, то ли 7 восьмых. Сейчас примерю, посмотрим. Вот такие здесь пуговички на рукавчиках пришиты. Разрезики вот такие по бокам. Чуть-чуть, по-моему. Ну, сейчас посмотрим, как сядет. По-моему, спинка чуть-чуть удлиненная. А нет, так-то вроде бы ровная. Ну, когда она сядет, посмотрим, как. Здесь вот такой вот, ну, как бы рюшкой сделан вот такой воротничок. Ну, или разрез, можно сказать. Вырез. Вырез для горлышка обработан вот такой рюшкой. Так, ну, оба рукава, соответственно, с пуговичками. И сейчас покажу, как смотрится на размере L. Хотя это размер M-ка. То есть вот на мой объем 102 по груди она смотрится вот так вот, туничка. Вот такая приятная летняя блузка. Вполне подойдет для офиса, потому что очень солидно она смотрится, и она такая плотная и дышащая, естественно, потому что катун. И как-то она так обработана, что, мне кажется, она не будет мяться. То есть вы будете в ней выглядеть очень даже по-летнему элегантно.
Вот так вот. Она мне прям вот тютя в тютю, так сказать. Если у кого чуть больше 102, то лучше не надо тогда. А если поменьше, то будет, значит, на вас посвободнее смотреться. Вот такая вот у нас туничка. И я совершила большую глупость. Ну, какая большая? Такая. Спасибо, Господи, что взял деньгами. Чем-то должны расплачиваться. Вот такой вот шикарный костюм от Adidas на девочку. Ну, написано 14 лет, размер L. Ну, я так думаю, что может быть даже больше на 12. Я сейчас вам дам размеры полностью. И если у кого-то есть девочка, все равно в школу же идти, всем спортивные костюмы в любом случае на физкультуру нужны. Обратите внимание, потому что цена у них была до скидки по $60 они стоили, а когда мы их заказывали, я перепутала. Мне девочка прислала: Рим, посмотрите, что это действительно так, за $30 две части. И верх, и низ у костюма стоят всего $30. Я говорю: да, точно. Я говорю: ой, какая цена хорошая. Я говорю: нам всем нужно. Я решила, что это женский костюм. Как-то она мне ссылку прислала, я быстренько-быстренько заказала. И ей, и себе, и в подарок. И оказалось, что это на девочку. А мы уже бабушки. И поэтому вот такие вот костюмы мне... Вы же знаете, что я уезжаю, поэтому нужно отправить все ваши посылки. Это я просто напоминаю вам. Нужно срочно их сдавать, а возиться с возвратом онлайн. А я их заказала 5 штук. Где была? Торопилась куда-то. Выходила в магазин. Вот. И поэтому я их вам предлагаю. Сейчас замеры сделаю. И у кого, если девочки есть, то мне кажется, по такой цене я их хочу вам отдать. 2200 рублей. Вот. Вот такая вот цена с минусом в мою сторону, потому что мне проще его вот вам предложить. Я думаю, что кто-то останется, может быть, даже и очень доволен. Так, кармашек здесь вот такой вот. Вот он без замочка, без молнии. 100% полиэстер, производство Вьетнам, заказан с оригинального сайта Adidas. И давайте с вами сейчас вместе сделаем замеры, если кому-то нужны. Ролик, в принципе, уже закончился, и кому, если костюмчики не нужны, можете отключаться, если, конечно, я не придумаю чего-нибудь один раз, не пока. Пока вроде бы не планировала. Ох, ну что ж ты, прям вот в ненужный момент заела. Так. По резиночке получается 33 сантиметра и растягивается до 45. Вот, то есть вот такой вот люфт есть. Но вот в спокойном состоянии 30, даже 34. 34 еще на 10 сантиметров растягивается. Это что касается по резиночке. Теперь замеряю длину по боковому шву, получается 94 сантиметра. И замеряем шов, вот этот внутренний, по внутреннему шву, ровно 70 сантиметров. Вот здесь вот такие вот костюмы. Ну, я не думаю, что там нам надо замерять, потому что как бы объем попы все равно не замеришь. По талии, так сказать, по резиночке можно будет сориентироваться, даже если тут посвободнее будет, то ничего страшного. Так вот получается 50 сантиметров. Ну, вы сами понимаете, что это совсем неправильно. Я замерила, потому что растянула чуть-чуть. Вот, потому что они тут в попе сильно не увеличиваются. Вот такие штанишки. 2200 это все вместе. И штаны, и олимпийка. Это моя такая невнимательность. Надеюсь, что кому-то она поможет, эта невнимательность. Так, мерим, ну, грубо говоря, как смотреть по подмышкам, да? Подмышка, наверное, чуть-чуть будет побольше. Вот если вот здесь вот замер я делаю 44 сантиметра. Можно, конечно, и по подмышкам посмотреть. Может быть, тут чуть-чуть побольше будет. А, 48, если вот... Ну, вот вы видите, что у него покрой сюда... По подмышке пошел чуть-чуть такой вот на расход. 48, а там 44. И по спинке меряю от вот этого шва. То есть воротничок стоечкой не буду замерять. По спинке получается 57 сантиметров.
И что еще нужно замерить? Рукав нужно замерить. Ну, рукав уже, думаю, не так уже сильно важно. Ну, на всякий случай замерю, но от плеча тогда замерю. Вот отсюда. Вот. Вот от плеча он получается ровно 50-49. Нет, 50, ровно 50. Нет, 49. А если вот отсюда от горлышка, то 66. Вот. Такие замеры, надеюсь, все правильные сделала. Девчонки, забирайте костюм, забирайте, пожалуйста. Вот такая я бываю тоже невнимательная. Ну, вас у меня много, как вы всегда говорите, вы меня всегда такие прощаете. Нюансы, девочки, естественно, я денежки вернула. Вот такие вот дела. Не забывайте на Телеграм подписываться, потому что даже когда я буду в отпуске, Марина что-то нам там будет выкладывать в Телеграм-канале. И мой WhatsApp всегда будет доступен. А я всем желаю всего доброго. Еще выйду к вам на связь, конечно, до отпуска. Вот. Берегите себя и своих близких. Пока-пока.